Всем доброго здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушают с вами Юлия и Мишка и Леха. Да, всем привет. Здрасте. Да, в общем, мы сегодня будем играть в замечательную игрушку про жизнь, за жизнь. И будем выяснять, кто из нас круче. Живет. Да. Да, в общем, Мишка, что, красный? Да, я кручу. Я восьмер. А, надо сильнее крутить, нельзя так делать. Типа хитер. И все равно у нас теперь желтый, Юля и Лёха у нас зеленый. Мы полную играем. Нельзя так. Читуешь. Да блин! Юля, ты что, напилась? Читер, давай, теперь ты, Лёха. Да она случайно. Чувствительность мышки. Смотри, в большинстве, что ли, играл? Кто где когда? Не, просто реально мышка что-то. Кто где когда? Так, мы с тобой должны наживать одинаково. 8-8, теперь у меня 5. Да. Лёха, ты пока что в жопе, если что. А но ничего, а уже жизнь не сдалась. Да блин! 6, неплохо. Ну, простите. Юля первая ходит. Случайно. И так, мне я нужно думаю, выбрать. Сейчас поймете по ходу. Я выбираю колледж. Давай, это настольная игра. Юле нужно заплатить 100к, чтобы учиться. И у нас у всех... за меня некоторые действия. Банк... А, ты крутишь, чтобы это удачливая рука. Банк у нас 200к. Мы до конца еще ни разу не доходили в жизни. Как в реале, так и четверочка. Здесь. Я на 4 хода. Все, Юля поехал путем учения. Я в колледж, да. Учение свет. Погодите, Эверест, назовите самое высокое препятствие, на которое вы забирались. Говори, Юля, это надо в реале говорить. Бутылек. Лестница. Лестница, хорошо. Стремянку дома. Не, на самом деле на крышу дома. Твоего. 12, наверное, этаж. Ну нет, 9. Так, все, хорошо. Ну, и, наверное, только тебе нужно сказать. Да. Ну, можешь, Лех, тоже поделиться, какая у тебя самая высокая была вершина. Ой, далеко, высоко забирался. Ладно, пока ты думаешь, советую еще выбрать. Да бесплатно, конечно, работать. Карьера пошла, хорошо. Потрачить начнем. Потрачить. Итак, Лех, выбирай два... Такси поеду. Две карты. Давай. Что ты будешь? Вот смотрите, какая сейчас рука. Четко. Видите? Фермер 80к. Еще выбирай. А, можно. Или механик. Ну, конечно, механикой пойду. Да, все отлично. Известный механика. Вот махер. И теперь, Лех, крути, сколько у тебя будет шагов. Я помню, да, сейчас. Хопа! Так. Накрутил шарман. Сейчас перекрутит. Нет! Ну! Перекрутит. А дым. Лех, ну ладно. Где могло так свистеть? Ну, вначале это норм. Так. Все крутит, чтобы найти клад. Ага. Хорошо. Клад. Кто-то наклал. Крути. Давай, Лёх. Ты, возможно, найдешь клад. То есть 1,5 счастливый механик. Десятка, а 6,10 это сотка. Давай, Лёх. Клад, давай, это, Лёх. Конечно, да. Буду первым автомехаником, кто нашел клад. Видите? Лёх, соточка. 100к. Неплохо, поняли? Карьера задалась. Теперь а я вы говорите. Кручу. 5 это что ли? 50-ка. Ну, от 1 до 5. Теперь Юля крутит. Юль. Не задалось кручением, но ничего, научишься. Зато задалось учение. Да ё-моё. Ну, 50 тоже. Ну, мы с тобой же. Неплохо. Вернулась себе. Лёха, спасибо за клад. Теперь хожу я. Ну, я тоже бесплатно пойду. Я себе хорошо клад. Как в прошлый раз. Что значит не учу? Учиться никогда не поздно. Вот. Так, либо полицейский. Работать я успею. О, кинозвезда. Да неплохо, я понимаю. Это было очевидно, да. Вот видишь, видишь. Все, так, кручу. Зачем учиться, когда можно идти в кинозвезды? Да, всего дела. Слушай, а если бы у тебя выпало... Сколько там надо было звезды? Так, ну, во-первых, 100к. 100к. Но это нормально. Так, еще что? Это... Ну, это нормально, да, обычная жизнь. Так, выберите вообще партнера. Оба опишите ваш костюм и крутите так. Ну, Юля, в мешке из-под картошки сейчас сидит, да? Нет, это я должна вы... Оба опишите. А, я же еще партнера не выбрал. Да. Ну, давай, раз уж тебе сказал. Теперь ты должна описать. Я вообще в костюме Мерлина. Это... Выберите партнера, оба опишите ваш костюм. Ну, я тебя выбрал. Крутите волчок. Ты, то есть я, типа... Ты будешь в костюме картошки. Писал. Ты должен себя писать. Опишите ваш костюм. Миша будет в костюме картошки, а я буду в костюме воина любви. Все. Ну хорошо. Я в костюме Мерлина. Это когда колпак. Лёха, тебя никто не спрашивает. Это когда колпак, борода и все. Желтый. Вообще все. Да Юль, да. Да блин, ну оно. Ты не сильно, ты махай, не сильно. Да. Патч поставил. А, слушай, Лёхе не надо крутить, потому что я же выбрал тебя. Давай, Юль, блин, слушай, у меня уже полляма, прикинь.
Ты чуть-чуть шмаляй. Нормально. 4. Поехало. Это получается мое больше не принимается. Да. Так, отправьте в космос, отправьте. Сейчас ракета выше улетит. Кого выбираешь? Ну, выбери Леху для разнообразия. Ты указываешь мне, кого выбирать? Я последую. Крути, Юль, волчок, чтобы узнать, чья ракета выше. Кто из вас Илон Маск? Я, конечно. Неплохо, 8. 8! Давай. Вот почему я ходить не могу на такое число? Сейчас раскручу. Сейчас посмотрим, что... Понятно? А слушай, а почему сработало? А почему защищать? Эй, что за читерство? Я механик. Докрутил. Не, Миша, ты видел, скажи, что это какое-то... Лёх просто отпустил. Вообще-то... Надо, короче, всё, Лёх, ходи, надо будет с вебкой в следующий раз. Ничего не знаю. Голосуйте ещё. Всё, Лёх, ты читал. Ходи, Лёх, ходи, Лёх. Я костюм Лёха. Лёх, крути, варана. Лёх, тебе надо вместо механика выбрать голову. Шулер. Читай раз. Вообще-то я крутил, просто постал усильно. Да крути, Миш, всё уже. Вот смотрите. Он стол раскрутил. Да не, вот видишь, игра поняла. Не-не-не, не засчитала. Ладно, ладно, хорошо. Почему она тогда не могла такое сделать? Ты просто бросай, мотни. Ну, хотя бы так. Вот всё. Ну, Лёха от судьбы далеко не уйдёт. Трёха. Так, ну ты получаешь 50к, потому что дальше едет. За что этому шулеру 50 тысяч? Выберите партнёра, оба станут сути степ, покрутите волчок. Слушайте, это надо бы реально с вебкой. Ну... Нет, не так. Всем таким, блин, круто, без веб. Да, очень. Да, ну вы все поняли, что я круто выполнил. Представьте двух макак, которых шли заняли. Вот это короче, Миша с Лешей. Выбирай партнера, с кем... Выбирать? А мы, Лех, с тобой танцевали. Да? Все хорошо. Всех... Я намек понял. Так, Лех, крути. В следующий раз тебя выберу, ладно. Да, да. Да ладно, Лех, я не хочу танцевать. Кого больше выпадет, тот получит 50к. Да, давай, кручу, 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 пум. Не, так ладно. Не работает. Надо все резко. Хорошо. Все, Лех. Отлично. А то идеально. Все по этому, по-нормальному. Семера. Шулерством своим заниматься. Хорошее число. И девяточка. Девятка. Хорош. Ну как ты, Миш, так делаешь? У меня не получается. Счастливая рука, только в игре. I don't understand. Так, кручу. Это не засчитал. Слава всем. Я тебе говорю, Петюня. Тут иногда... Неплохо. Петюня, слушай, тебе надо было Петюню выбить, чтобы бонус получить или что? Так, я получил сотку, потому что дальше продвигаюсь по карте. И выберите партнера, оба покажите свои движения диска и крутите волчок. Так, ну, я в прошлый конечно. Раз Юльтя выбирал, теперь выбираю Лёх, ты зеленый, да? Угу. Но мы диск не можем показать, поэтому... Диск танцуй. Опа. Так, кручу, у кого диска, больше, диска. Тот получает 50. Да. Ты должен у него больше 5. Мог у меня выбрать. Сейчас у меня 120 тысяч, у вас Леха вон сколько. Леха тебя в следующий раз выберет. Леха получает полтинник. Неплохо. Мы, кстати, да, разжились. Да-да-да. Все-таки ты, наверное, из-под мешка, точнее, из картошки мешок. Ничего, я потом выучусь и. Да, кстати, посмотрим, как вот. Так, выучись сначала крутить. Ты самоучитель не скачала, кстати. О, десятка, неплохо. Бинго! Неплохо. Бинго. Так, у Юли какой-то пункт будет. Событие. Событие, да. Юля пошла учиться. Колледж. У нас этого не было, Серёга, потому что мы не смотрите и запоминайте. Выучилась. Как это делается. Выбираю две карты. Так, теперь я профессию выберу. 180, видали? Нейрохирург, неплохо. Чё, лососнули? Ветеринар, неплохо. Ну, я бы выбрал, наверное. Конечно, я нейрохирурга выбираю. Шестёрку мне должна. Да. Ладно, крути волчок, да, чтобы ходить теперь. Да. Слушай, а странно, почему сбилось? Типа, сколько ни крути, то есть десятка тебя не спасла. Угу. Но... Двоечка. А, кстати, она, между прочим, тебя догнала, Лёх, практически. Я по-другому выиграете... Красивый лоб. Раз... Чё, расскажите всем, почему у вас лоб самый красивый. Давай, Юля, рассказывай. Пару тезисов. Потому что им можно колоть орехи. Я думаю, на этом и закончим. Лёх, ходи, пожалуйста. Нет, но я хотел бы услышать именно, что скажет Юля. Лёх, это ты мне скажи. Ты крутишь, Лёх. Пока ты крутишь. Хорошо, ладно. Я бы сказал. Просто это по... Как это? По факту. По факту. Констатация, да? Да. Десятка, вот, ну как я могу? Учись, не догонишь. Учись дальше. Как я могу вас выиграть? Сейчас еще сотка, наверное. Нет, еще полтишок, Лёх. Полтишок. Кого тебе можно и соточку? У тебя... Так, Лёх, кого тебе? Женщину или мужчину? Женщину, чё? Хорошо. Чё? Ладно, выбираем. Кликнул. Противные. Ну всё, я с нами кончу. Так, Лёх у нас сыграл свадьбу. Поздравляю. Так. Видите, жизнь удалась. Всё, я геймор.
Еще рано. В смысле, game over. Вы не поняли. Хорошо. Так, Лёх, крути зелёный, чтобы выбрать, точнее, узнать свадебный подарок свой. Так, ладно. По-моему, он все время один и тот. Хочу на свадьбу... Эх, что же загадать-то? Хочу смеяться 5 минут. А вот что выпадет, Лёх? Ладно, хочу лодку резиновую. Почему не бабу? Зачем? Я же уже женился. С этим прилагательным. Ну, мало ли, жена бывает встает, все такое. 200, Лёх, неплохо. Еще, Лёх. Учи, что обходить. Понял. Че деньги тратить? Погнали. Опа! Все, отлично. Лодка где там моя? Да, блин, Лёх, ты кому заплатил? Лодку резиновую хочу. Руки растут. Не с твоего навыка. Так, ладно, 50, Лёх. Это вы просто что-то сделали с этой мышкой. Да, натерли ее. Лёха опять. Зеленый, разместить ваш счетчик. Ты что задолбал? Ты должен выбрать какую-то циферку. Которая моя удачная будет, цифра? Ну да. Конечно же, вот. Я выберу, у меня будет 8. А мне что выбрать? А мне единицу, да? Ну... Ставки больше не принимаю. Зеленый, разместите вас ваш бонус. Прости за китайский. Бонусный счетчик. Ладно, хоть я читать. Куда тебе разместить-то, Лёх? Вот видали, что? Потому что ты училась. Слушай, бонусный счетчик размещай. Давай, Лёх. Думай быстрее. Ладно, ладно, ладно. Ну а что, конечно же, поставлю бонусный счетчик. Крути волчок. Кручу волчок. Чтобы выиграть. Смотрите, все выиграю сейчас. Смотрите, где лодка резиновая. Опа! Я же сказал, выиграю. Ни хрена себе. А ты не поверила. Я у Лёхи взаймы пойду брать. Слушай, откуда... Куда у меня сотка пропала? У меня было 160. Я здесь ни при чем. Восьмёртка. Я в мастерской работал. Да. Кто из вас? Уже 1040. Езди аккуратней. Так, выберите супругу. Ну, я тоже по классике, по устаревшим канонам. А что так? Ребят, не ходите учиться. Да, походу. Видите, к чему все приводит. Ну, погоди еще. Мы не... Жизнь такая штука. Непредсказуемая. Всё может измениться в последний момент. Да, кризис там, все дела. Да, вдруг машины... Жена ободрет вас до нитки, да, и все, отлично. Смотри, всё. Как тебя там... А у меня кто? До нитки. Так, я заведу себе кота. Узнать свадебный подарок, какой у меня теперь. Семёра. Семёра хочешь? Крутите, чтобы ходить. Блин, да я когда крутить тройка. Это моя. Я себе еще подарок... Моя тройка была. А, это Лёхина зелёная. Как твоя зелёная, если я выбирал тройку? Да. Я выбивал десятку и семерку. Покорите, назовите самое высокое препятствие, на которое вы забирались. Мы забирались на кран на Волге. Ну, самое главное, чтобы не на мягкий кран. Да, на мягкий кран не хотелось бы. Ходит Юля, наконец-то. 10К, Юля, скоро, по-моему, бомже обратишься. Это все цитата. Точнее, обанкротишься. Отлично, моя цифра выбрала. Так, десяточка. Так, давайте. Так, Юля, сколько? Сколько? Зарплату получила, Юля, так. Короче, зарплата выдается не на бонусное число, а на пунктиках. Так, видали? Это первая зарплата в Макдональдсе. Крутите волчок, чтобы узнать, сколько он стоит. Ага. Нарисуйте прекрасный шедевр. Мы не можем ничего сделать с этим. Крути, пожалуйста, волчок. Так. Молодец, уже... Да слушай, вот видишь, жизнь. Видали? И... Прочухала. 30 кашечек. Да! Неплохо. Зеленый. Крутите волчок. У Лёхи лям. Ну вообще... Смотрите. Неплохо. Сейчас. Ну, я, видали, как поднялась? О, Лёх, твое число, бонус. А почему? Я выбивал же десятку. А почему три? Нет, это мое было тройка. А зеленый там наклеил. А зеленая фишка. Ладно, судебный иск. Подайте в судно, что... Чего? Лёх, только не на меня. Ну, можно меня. Юль, ну, кто учился, над того и подам. Да ладно, ладно, ладно. Я тебе сейчас жопу напинаю. Так, получить 50к от игрока. Так, понятно. Юль, в следующий раз тебя... Еще знаешь, не Юль, ты мне должна. Так, кручу я. Вот если будешь иск подавать, не вздумай на меня подать. Будешь выколёбываться. Так, десятка, я поехал. Так, а сколько мне зарплаты? Я звезда там. Сотка, да? Неплохо. Да. Пошел отсюда. Так, вечерняя школа или жизнь? Вечерняя школа. Кошелек или жизнь? Я жизнь выбираю. Правильно, естественно. Две карточки или... Пошел в жопу. Я вам что-то ребята писали. За жизнь. Да, потом сочтется все в конце. Сочтется, конечно. Так, в конце обязательно. Ну, мы сейчас... все умрут. День зарплаты. Вот это раскрою вам, да, секрет. Так, купите тропический аквариум. Дайте имя вашей рыбке.
Ну, жопка. Нет, я ее назову... Билли. Бибка. Бильбо. Биба. Биба. Рыба Биба. Да, пусть будет Биба. Так, ну Лёх не дуди. Так, Лёх не дуди, реально. Это не я. Юля ходит. Сейчас Юля уже на одневочку давай. О, слушай, у тебя шестерка, почему твой? Да, это шестерка. Ну, хотя у тебя другой. Выберите супруга. Юль, ну... У меня будет... Супруга? Все женщины забрали. Окей. У меня будет как-то сказать. Ты понятно. В прошлый раз брала и... Толерантно. Плохо закончилось. Плохо? Ну да, ты же что-то сказала. А, да. Потом поведала. Жизнь меня ничему не учит. Две копии. Миш, ну не обижайся. Она очень обижается. Толерантность. Так, она потом, видишь, посинела. Европейская семья, короче. Да. Современный, да, надо сказать. Опять. Да. Так. 100 тысяч. Крути, чтобы ходить теперь. Юля подарок получила свадебный, и теперь 4 шага у нее. То есть до зарплаты чуть-чуть не дойдет. А у тебя рыба-то есть? Очень жаль. Биба. Рыба-биба. Приходи, покормить. Хорошо. Так, ладно. Юля, вы уволены за сон в рабочем месте. Юля, а вот все, это уже карма, Юль. Не чего? Надо... Вот нефиг вот. Спать на работе. Зарплата учитель и еще одну карту. И ракетостроитель. Ты либо все. Илон Маск. Я буду учитель. Буду либо учитель Илона Маска. Нефиг Лёг. На работе буду спать. Учить всех жить. Окей, слушай, да ну это неправда, меня подставили. Лёха, это 100% был ты. Конечно, я тебя вообще-то в суд на тебя не подавал. А вот я подам на тебя. Я тебе подам. Так, Лёх, что дальше, вечерняя школа или жизнь? Жизнь, конечно. Лёха тоже по жизни. Конечно, жизнь, что? Интересно, конечно, нас очень... Выбирайте всегда жизнь. Однобокие. У вас, да, я согласна. Это вот потому, что вы не учились. Лёх, ходи. Потому что мы жизнь прочухали. Ладно, не курите, тут учились. Всё, я, короче, пошёл. Смотрите. Я еще ваших детей учить буду. Конечно, вот десяточка. Слушай, ты сейчас далеко уедешь. Я знаю. Так. Надо было кому-нибудь вечернюю, надо было мне вечернюю. У меня вообще медовый месяц. 50. Слушай, что-то у тебя зарплата не густая. Медовый, так. Оба выберите партнера, улыбнись, фотоаппарат и крутите волчок. И выбирай, кого хочешь. Ты можешь в этот раз... А это просто что выбирать? Просто вы будете крутить оба и можете получить дополнительную сумму. Да, Лёх, ты понимаешь, на что я намекаю? Понимаю, понимаю, конечно. Крути, Лёх. Все понимаю. Крути, с наибольшим числом 70к выбираю. Оп! Да, отлично. Лёха выбрал сможешь меня. Да, Лёх, я поняла. Все, короче. Это магнит прицепил просто. 70к отправляется Лёх. Я про то, что кого-то выбрал. Все, Лёх, это, понимаешь, записано в моем черном списке. Трёшечка. Вообще-то я тебя не засудил. А мог бы. Стоило бы, я бы сказал. Да, конечно. За сон, например, на рабочем месте. Это было уже после. Так, я заглядывал. Так, Юля ходит. Слушай, сейчас дети пойдут. Через шар. В смысле, заглядывал через шар. Что-то пошло. Ну хотя бы день зарплаты. Ну ладно, да. 100к. Но... вот не дожила я до 130. Просто хорошо. Крути волчок. Просто волчок. Посмотрим, что. Зато просто... у меня в реале все 4. Хорошо. Неплохо. Очень жаль. 50к зарплата и дети. Не, дети, что-то... А, не я дополнительный, что ли, волчок кручу? Лёхе не будет Щёчек. Тут что-то не разумею. А надо было встать на то. Встать, да, Лёх. Ну, будет. У меня нет детей. Со временем-то будет. Нет, ты проехал. Проехал? Да. Время а ушло. Там есть еще, там есть, не надо. Всё, не надо. Есть. Есть. Ладно, выбирай. Что-то меня пугает. Все, тихо. Я должна хоть что-то. Выбирай. Кота заведу. Счетчик, Лёх, давай. Я выбираю, подождите, я думаю. Вот. У тебя 10 вариантов. Так, ну я останусь тут. Лёх, я тебя на счетчик поставил. И Юля размещает на 4. Бонусный. Где у тебя бонусный будет, Лёх? Бонусный. Это дополнительный. Я так на единицу. Десятку. Крути зеленый. Сразу же? Да. Пошел. Сейчас. Нафиг. Смотрите. Блин, ну ладно. Никому зеленый еще раз. Эй, погоди, погоди. Пока типа не выиграет. Нет, ничего подобного. Конечно. Вот сейчас выиграю, Юль, погоди. Вот, мое число. Еще раз. Еще я раз. Говорю, все куплено. А что за бред? Подождите, мне не получилось. Вот так, да что? Юль, меня заразило, блин. О, блин, ну, почти. Конечно, нет, выпал ну, нет. мне. Кому выпал, он как бы имеет право крутить. Лёх, ты почему не... Спасибо. На спасибо. Пятерку там, спасибо. Куда я поставила? Почему же, туда не крутал? Не виноват. Блин, ну... Засчитался, хорошо. Семеро, я поехал. Так, давай, Мишка. Чух-чух-чух-чух, как говорится. Лёх, не переживай, Мишка тоже без детей. Да, и...
Ну что, у него вебобибы есть, а у меня ничего. У тебя жена есть. Ну да. Ну хотя бы. Так у него тоже есть. А что? И у тебя жена есть, Юль. Лёх, тебе отправляется. Лёх, ещё, да за какие заслуги. Так, стоп. Ты сейчас, что у нас, ты ещё только там. Я тебе в следующий раз тоже чего-нибудь не выиграю. Откройте школу, поделитесь со всем, с всеми интересными фактами. Давай, Юль, от тебя интересный факт какой-нибудь. Давай, Юль, жги. Ну ты должна. Я не знаю. Ну ёль. Когда у тебя учитель? Ну вот. Тебя ученики спрашивают, что у вас было интересно в жизни? Я не знаю. Да. Училась и спала. Понятно. И на рабочем месте спала. Актуальный скажу небольшой интересный факт. У меня 10. Про коронавирус. То, что азиатам он в 5 раз страшнее, чем европейцу. То есть приживается он гораздо лучше у азиатов. Вот такой интересный факт. Так что европейцы в 5 раз меньше шансов заболеть. Всем здоровья. Так, ладно, поехали дальше. На правах рекла. На правах коронавируса. Так, стоп. Лёха, выбирай, семейный путь или жизнь? Все. Как знаешь, звучит страшно. Все. Семейный путь или жизнь? Кошелёк или жизнь? Фатально. Ну вот, теперь дети будут. Зелёный. Погоди пока ещё. Все, я выбрал семью. Я человек теперь семейный, понимаешь? Ну странно. Вдруг что-то не получится. Девятка сейчас, 9 детей. Да. 9 детей, офига себе. Да нет. А вон, да, там. Тогда никакой жизни, да. Слушай, нет. Лёха, ты пропустил. Погоди, тут здесь очень... А, ему шанс был попасть на детей, но Лёха пролетел всех. Продавайте цветы из своего сада. Назовите ваш любимый цветок. Лёх, пожалуйста, назови его. Ваш мой любимый цветок. Ну, я его чаще девушкам дарил, поэтому это роза. Подорожник. Подорожник. Так, я кручу. Окей. Есть какой-нибудь вонючий цвет? Есть. Дедушкин гриб. Герань, например. Ну, она так, это... Я жизнь выбираю. Как интересно. Срал я на все. Так, крутите волчок, чтобы ходить. Блин, вы уже миллионер оба. Петюня. Лёх. А, себе же. Себе. Петюня. Молодец. Сворачивай нахрен не оттуда. Так, подальше. Откройте школу, поделитесь. Интересный факт. Так, у меня уже был один интересный факт. Какой бы еще сказать интересный факт? Сейчас покопаешься в голове. Можешь на следующий ход? А я пока... Я пока, да, крутить. Юля пока крутит, я пока подумаю. Да, пока какой пока. Можно... Не торопись. Интересный. Да, йо! Что за подстава, подстав? А я скажу только опять актуально. Цены на PlayStation 4 очень сильно упали. Все, конец. Вы получили премию. Так, отпразднуйте праздник. Победный танец. Фу, да, как отвратительно. Да, конечно. Так, Лёх, ходи. Пошел. Ай, что-то не заладилось у меня. Юля отстает. Но Юля никуда не торопится. Как бы да. Кто... О, нормально, пошло. Так, отлично! Так. Мое проклятие перешло на кого-то другого. Крутите, чтобы завести ребенка. Вот. Вот как они. Вот оно как. Да, вот оно как. Видишь, смотри, сейчас все будет. А что то здесь? Все говорят. Ой. Слово на букву С, на букву. Тихо, S. Погоди, это сколько? Не прикинь, сколько тебе там? 3. Вот и все. Партия от партии. Да. Наследники готовы. Механика. А вы говорите S. Ох, крути. Из инкубатора вывалились. От любви к партии. Жена просто пришла с детьми, и все. Сейчас спросил, откуда? Оттуда. Оттуда. Окей. Так, погоди, стой, еще какая-то рулетка. Вот. Счетчик разместить. Опять. Лёх, ну... Так, я разместил. Возьму. Давай. Давай. Сейчас опять сколько у тебя, Юля, говори сразу же. 4. Размести сейчас, Лёх. Бонус? Бонусный теперь. Вот. И крути. Кручу. Пока чей-то счет не попадет. Мой, конечно. Бонусный это дополнительно для Лёхи, как я понимаю. Еще раз крути. Так, пока да, не попадет кристалл. Пока, да, на какой-то не попадет. А если на мой тоже, да, может попасть? Конечно. Да. Это мое счёт, но надо еще. Кручу, я ищу. Запутать хочу. Долго крутанул, так от души. Я по медленнее буду крутить, чтобы мне рассчитать проще было. Оп! Ну давай же, сейчас, подожди. Блин, подожди сейчас. Жесть. Вот, да нет. Да Лёх! Подожди, Ёль. Вот, ну сейчас. Увольте. Так же детей, походу. Лёх, я подам на тебя в суд. Рано или поздно будет. О! Нет, не считается. Не считается, ладно. Сейчас. Надо прям так, знаешь, да знаю, вот со так. Всей дури круто. Все, 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 просто сейчас. Вот, все, наконец-то. Ну, Юль, так и должно было быть. Да, конечно. У Лехи уже 1,5 ляма. Ну за что? Этот человек тратил нашу жизнь, между прочим. Какую вашу? Только что мы же в жизнь играем.
Да? Да, время, типа. Окей. Сложная шутка. Все понятно. Так, выберите крутителя. Тоже ничего не понятно. Чья рыба больше? Чья рыба больше? Давай, Люк, выясним, чья рыба больше. Чья биба? Ну, блин, вы что меня оставили за эти? А, ну прости. Мы сейчас будем выяснять. Так, я кручу. Вот у меня куча свидетелей, Миша, того, как ты Леху обогащаешь. Хорошо. Сейчас узнаем, у кого биба больше. Ты тут знаешь... Ну, Мих. Да, Лех. Да, у Лехи биба поболее. 7 раз. Между прочим. Миш, тебя наказали. Давай, Юль, сама ходи. Раньше было лучше. Сколько раз ты заходил? Да. Шестерка, Юля. Шестерка или пятерка? Шестерка. Так, Юля в детей. А, нет, это что у нее? Выберите путь. Вечерней школы или... Ну я... Какая вечерняя школа? Я училась, в жизнь пойду, наверное. Ну надо доучиться до конца. Ну ты хочешь предложить мне вечернюю школу? Да. Зачем? Ну, просто... Чтобы училка ради до конца. Училка. Хоть на мне эксперименты ставить? Да. Ну давай. Отлично, ура. О, сейчас узнаем, что будет. Заплатить столько. Даша! Выбирай, ну мало ли. Учителя, это, как вы знаете, не призвание. Да, я и вижу. Адвокат. 120. Адвокат! Давай. Все, Юль, неплохо. Все, Лёх, ты меня не засунешь. Слушайте, конечно. А вдруг у меня будет иммунитет? Крути. Не будет. К Бибе только есть. Мое число. Нет. Да блин. Будет. Все. Юль, да ты чё? Да, Лёх, ты меня сломал. Да давай крути жесть. Ты чуть-чуть в одну сторону крутани, все. Ну да блин, ещё, я хочу в другую сторону. Вот, отлично, да Юль, спасибо. Двадцаточка Лёхе. Благодарю. А сколько выпало? Тройка или что-то? Да, мне выпало, конечно же. Так, купите костюм. Заплатите в банк 30 рублей. Идите вы нафиг. Тяжела судьба учителей. Иди в бизнес. Я адвокат. Адвокат! Все, давай. Адвокат! Так что, Лёх, давай. Вот на, Юль, вот. И успокойся. Обратно. Нет, я не успокоюсь, пока вас не обдеру. Я специально, видишь, тебе так, бонус. Так, Лёха, тут да, уже на да, семейном да, царе. Специально. Так скажешь, промахнулся. День зарплаты. На ребенка еще надо. Вот так, покажите только... удар каратиста и крутите волчок. Давай, Юль, вот нет, давай. Я жить Юль, хочу. Юль, Юль, давай. Ха! Все, кого? Значит, Юлю выбираем, раз ты ей показывал. Так, Юля у нас... А, я выбираю это, да? Да. Юль, я выбираю, да? Показывала. Желтый выбирай. Я выбирал, да, ладно, давай, желтый. Так что я ей уже показал. Биву? Да. Биву? Показывал. Крути. Нет. Кого да, больше, тот 70 копал. Хватит краску вгонять Лёха, человека. У меня бибы нет. Хорошо. Рыба... Биба только у меня вообще-то есть. Ну, рыба. Рыба биба? Так, а у кого больше у Юли? Юля 70к получает. Да! Прикольно. Да, да, прикольно, самого вон почти 2 ляма. Прикольно. Ну, нормально. Так, восьмерка. Жить можно. А мы дальше тусим, получаем зарплату. Тем не... А тем временем. Леху сбил. Так, опять счастливая крутилка. Давай, Мих, мне. Ой, я восьмерку выбрал. Тебе Лех семерку опять? Нет, это я выбираю. Это Юля выбирает. Какая цифра? 4. Ты, Лёх? А мне, Юль, ой, Мих, давай двоечку. Двойка. Итак. И ты и выбираешь бонус. Ну пусть вот так. Все, кому же я подарю? Себе, любимому. Молодец. Моя школа. Нормально. Ходи, Юлия. Ой, сейчас Лёхе бонус. Конечно. О, Юль, ну почти. Да вашему... что а, это Юль, за... это мне. Юля, отсюда заплатите судебный иск. На кого подавать? Получите 50к от игрока. Ну-ну. Адвокат! Адвокат! Ладно, Юль, ладно. Лёх, а я тебя в тот раз не засудил. А ты меня засудила. Я тебе ходи, сказал, Лёх, что я тебя засужу за то, что ты тут 100 лет крутил. Лёх, да тебя 50к не убудет. Двоечка. А мне радостно. Будет. Так, сейчас посмотрим, что у нас будет следующее. В плавании. Расскажите, куда вы собираетесь. И ну, заплатите давай, в банк 50. Плавание? Ну, куда я вы? Расскажу. Я в прошлое лето... Нет, собираешься. А, собираешь. Ну, плавал, да, я на лодке, на резиновой. Да, Лёх, но тебе нужно про будущее сказать. Про будущее? Я не знаю, куда в будущем двину. Ну, наверное... на резинке. Ну, на лодке. Куда ветер подует. Так, да, чья ракета ветер выше? Хорошо, окей, неплохой ответ. Юля, давай пытайся. А я? Да, я тебя выбрал. Миш, спасибо. Прям сердечко.
Но получил я. Укол был сделан. Оно разбивается. Ходит Юля. Да. Отлично, Юля. Бонус мне. Бонус. Это за то, что меня засудила. Я все помню. У Юли зарплата 120. И начните, назовите свой любимый сайт. Нет. Окей, ну после Ютуба, да? Я пошел. Хорошо, считается, конечно. Ну, первый человек пошел. Хорошо, хорошо. У меня тоже есть любимый сайт. Я на П начинается, на Б заканчивается, не буду говорить. Так, Леха ходит после того, как посетил сайт. Пибоб. Пибоб. Зарплата. Почти. Пивом, да, отлично. Так, хожу я теперь. Давай мне бонус. Я в эту сторону попытаюсь покрутить. Чтобы немножко... мне бонус сделать. О, как вы так крутите? Юля, бонус. Спасибо. Не за что, отдашь потом в два раза больше. Еще заслужил. Да я чувствую, что так и будет. Так, зарплата стукая. Стабильность называется. Так, рисковую дорогу, безопасную машину. Ну, я бы выбрал рискованную дорогу. Вот, Лёх, ты и выберешь. Иначе неинтересно. А Мишка выберет безопасную. Я живу, как карта ляжет. И посмотрим. А я рискованную возьму. Молодец. Ну, не знаю. Слушайте, может быть, вы пара на самом деле? Я вам мешаю. Да, и веди все. Я смотрю, у вас жизненные ориентиры. Во, еще и бонус мне теперь. Все, я поехал. Да, еще и бонус, Лёхе. Конечно. Крутите волчок, выясните, как сильно у вас кружится голова. У меня что? Очень сильно от ваших инсинуаций, непонятно. Девятка. О, прикольно. 100к, еще одна зарплата. Я так стабильно набираю. Офигеть. Юля, даже больше, чем у меня теперь уже. Слушай, я просто работал. Конечно, все мы просто работаем. Я тоже просто работаю на Лёху. Спасибо, Юль. Спонсор моей деятельности, спонсор моей жизни. Юля. Так. Обращайтесь. Обращайтесь. Фотоаппарат улыбнулась, выбирай кому... Кому-кому? Юль, конечно, мне. Ну, Юль! Нет, нифига, Лёх, у тебя и так бабла, полный бабло. Конечно, а как поднять бабла? Вы знаете. Шестерка, надо же. Сейчас я кручу, у меня... Два. Юля 70к получила. Отлично! Итак, я ходит Лёха. Теперь. У тебя скоро будет опасный путь, но, Лёх, с семьёй это не так просто. Да, я знаю, я готов. Зато у меня S стабильность. Ну, пойдем. Ну, просмотрим, ещё через... Через что придется пройти? Рискованная а мне дорога, тоже конечно. Придется через это проходить. Ну, на самом деле, вечерняя школа это просто для того, чтобы сменить профессию. А у меня и так она была, ничего. Ну, плюс 20. Крути, Лёх, попадешь ли в счастье или нет? Мы сейчас узнаем. Итак, пошел через рисковый путь. Бум-бум-бум-бум-бум. Забирает 100к, Лёх, у тебя банк. Отлично, просто забрал 100к. Это у тебя забрал. Я думал, мне. Представил себя владельцем банка. Лёх уже привык к хорошему. Так, ну рисковую дорогу мне только... Мне дала 100к. Вот, блин, вот почему? А еще я опять... Вот, Лёх, потому что есть... Слушай, а что, уже скоро конец? Я думал, кладбище будет. Ну ладно. Кладбище. Восьмерка. Для меня, походу. Не сбывшихся надежд, так, но она идет. А нефиг было учиться. Лёха, цифра. Я уже и думаю. Цифра, цифра. А, цифра, давай в этот раз 10. Да, до этого никогда не было. Нет, никогда не было. А почему ты две фишки поставил? Потому что я выбрал эту, и я бонус накручу. Ну почти вот, Мир. Да, Лёх, ты здесь никто. И звать тебя никак. Слушай, никак вопросить. Вот почти, Мир, ну... Сейчас, давай. Увы и ах. Желтый, давай. желтый. И Юля получает 200к. Я призвала. И Юля ходит. Слушай, ну ты потихоньку так подбираешься. Да. К отметке 1000. Нет, 1000, это миллион. Да, Юль, спасибо. Юль, это так любезно. Мы тебя ждать будем долго. И снова спонсор моей жизни, Юля. Так, 120, и ходит Лёха. Детей не хочу. Да ты еще до них не дожила. Не выросла. Зато Юля тебя ждала. Я скоро 60. Сама выбор. О, вот мне 50. Жми, Лёх. Совсем... Ну, Лёх, у тебя не престижен. Нормально, смотри. Так, прыгни с парашютом. О, всегда, кстати, хотел. И заплатите в банк 70к. В реальной жизни хотел прыгать. Ладно, с лодки резиновые. Я заплачу, но я в жизни реально собираюсь прыгать. Хорошо, мы обязательно расскажем, блин, двойку. Выжил ты или нет? Да. Я сам расскажу, если выживу. Коль не помрешь, то и не убьет. Купите картину, расскажите, как она выглядит. Я почему-нибудь абстрактно взял, не знаю, вот так, что я могу описать. Ходит Юля. Я послушал, что ты сказал. Картина.
Не засчиталось такой мухлёж от Юли. А так а вот это засчитался. Отлично, Юль. Чёрт побери. Юль, ты, по-моему, там из этого клана черепах, что ли? Тоже картину покупает, опиши, пожалуйста, как она выглядит. Какаха, блин, это отражение моей жизни. Окей, ходи, Лёх. И поехали. Опа! Давайте мне бонусы. Я не доберусь. Слушайте, Юль, значит, вот, я смотри, буду жить возврат. Вечно. Юль, я тебе походу. Это бонус. Видишь? Вечно беспечно. Может быть, это даже не... О, Лёх, сейчас походу... Так, зарплата. Еще что-нибудь. Еще давай. Зарплата. О, отлично. Хорошо идет. За какие-то заслуги. За все. Партнера. Удар картист уже был. И давай, выбирай кого-нибудь. Кому ты? Кому ты похарь пропишешь? В этот раз крути волчок, у кого больше, тот получит 70к. Опа! У кого больше, тот получит леща. Так, девятку сложно мне в будет побить. Сложно, мы только десяткой. Шестерку. Лёх получает 70к. Так, и леща. Лёх, так, давай. Хожу. Ау. Хожу я четверка. Что-то не густо. Так, зарплата. Проклятие переметнулось. В следующий раз лося дам. Все называют свой любимый вид кексов и по очереди крутит волчок. Волчок. Кекс. Любимый кекс? Получить 50к, когда выпадет красный, и получить 50к, когда выпадет черный. Ну, это допустим. То есть так 50к? Ну, да. Допустим, маффин. Блин, вот, маффин. Лёх сказал. У тебя, Юль? Блинный, чё? Кекс. Чё, кекс? Блинный кекс? Не маффин, Юль, это есть. Будет нестандартный так, ход. Так, крутите. Творожный есть кекс. Так. Короче, просто кекс. Тебе нравится творожный кекс? Заплати, Юль. Даже если на десятку. Короче, новое правило для Юли. Если Юля много выбивает, она платит налог. Получите его. Мало выбивает, платит, много платит. Я когда не платил. И Леха заплатил. Я тоже заплатил. Да, только ко мне это несправедливо. Желтый ходи, это Юля. У нас платят все. Да, кроме вас. Неплохо, да, спасибо. Он лихий бонус. Ну хотя бы раз, ну, а то ладно, все лёгкий. Ладно, чуть-чуть продвинь. В одну сторону. В одно жало. Так, зарплата. Деньги, ура. И хорош. Лёха, твоя жизнь скоро закончится, Лёх. Ты в курсе? Да, я-то ещё молодая и красивая. Ну и меня молодая и красивая жена. О, Лёха оттягивает свою смерть. Значит, я первый скисну. О! Сейчас будет что-то интересное, да? Да, выбирай. Слушайте, а мне-то ведь вообще... Размести. Мой 8. Там, давай. Я не доберу. Юль, давай. Ты? 2. И бонус на Лёх у тебя какой? А, давай я сейчас в этот раз... Ну, поставь мне сам своей счастливой рукой, поставь 3. Давай, сбегали, крути. Лёх, потому что у меня всегда 3 выпадает. Не знаю. Вот. Не застань. Жизнь удалась. Так. Нет. Давай, ну, Мик, ой, я тоже помирать не собрался. Пока что. Молодец. Это вы мне даете шанс пожить. Возврат налога, получить 50к. Просто ни за что. Вот тот, который у меня отняли. Да, Юль. Давай сейчас Юль такой, заплатите. Ты, между прочим, учитель на наши налоги там. Да, бюджетники, так что. Идите нафиг. А вы, неизвестно, кстати, платите ли налоги вообще? Учитель вообще не... Чего убираешь? Конечно, жизнь. Кошелек или жизнь? У Юли это... ретроспектива какая-то. Как сказал один человек на телевидении, учитель — это не призвание. Да уж. Где этот человек? О, видали? Бинго. Девятка. Итак, Юля сейчас получает зарплату. Налог? Так, а, Юль, давай. И еще теперь опять эта дурацкая фигня уже. Так, Юля. Теперь я. Размещай. Давай, Юль, мне бонусы знаешь, как делать, да? Да, Люба. Я знаю, как тебе сделать бонусы. Ну, я, допустим, я останусь себе верным. Юля бонусно и крутит. Крути, Юль. Юль, давай девяточку. Ты знаешь, что делать. Знаешь, почти девяточку. Давай, Юль. Да уж. Ну вот, за девяточку крутануло. Все. О, отлично. Сама себе 200к. Спасибо. Юля немножко это, богатеет. Все, ну, ладно, наглости не брала. Я то жила, как честный человек. Ну хорошо, хорошо. От зарплаты до зарплаты, да? Да, уж тут нормально. Вот, отлично. Сам себе. Вот это я понимаю. А ты Лёх-то обогнал уже даже. Так, дом престарелых. Куда ты? Особняк миллионера или сельские акры? Акры. Акры. Ну, пойду, значит... Куда идти-то? А, пойду в особняк миллионера. Сейчас тебе деньги отожмут. Нет. Так, посмотрим, что Лёха. Вот, и Лёха и приехал. А чё, всё? Так, Лёха, да, уже.
Ну все, я буду здесь. Вместе с детьми престарелый дом. А, ну это дом его. Гениально. Это дом миллионера, если что. А там что престарелый? К чему это? Да, я тоже не понимаю. А дети при чем? Ну, сдали типа потрохами. Леха в 30 лет уже в дом престарелых. Крутит Юля. Но до дома престарелых ей еще... Мы тебя заколебемся ждать. Сколько я жить буду долго. Чуть не родила аж. Так, получите 50к. Все пытаются вас рассмешить. Давайте, давай, Юль, я начинаю первый. Давай. Рэп-мопед, дед, диабет, йоу. Бля, у тебя что-то, аншлаг провели, что ли? Не, Лёх. Короче, никто не смог рассмешить. Так, только ты сельские окраины. Ну, нет, я... Миха тоже. Слушай, ну я даже не знаю. Давай в сельские окраины. А у Лёхи ничего не срезали. Ну, иначе я туда. Эй, ты куда? Здесь уже я. Я уже знаю, что меня ждёт. Я твой сосед, Лёх. В сельские окраины. Окры. Окры это у нас. О, здорово! Чувак. Ну что, ПВП или засал? В одно жало. О, ради сейчас. Эй! Мы не ждали этого пополнения. Установили. В окры его. Все, вот вам. Моя жизнь прожита не зря. Да, ну давайте посмотрим. Так, очень мы... увлекательно. Так, неплохо. Мне вот, партия... Мне вот так больше нравится. Финал же должны узнать. Давай, поторапливайся. Все, я доезжай. Тороплюсь как могу. Так, что там? Выберите партнера. Игрок с наибольшим выпущенным числом. А, слушай, ты еще... мы еще можем о себе дать. Давай, Лех, я дам тебе шанс. Ну давай, естественно, что ты меня не убираешь. Семёра. Сложно. Ладно, давайте. Опа! Ну, отлично. Да. Спасибо, Лёх. Как сказать? Слушай, я тебе передам привет в дом престарелых. Догнать нас. Крути, Юля. Я тебя там уже ожидаю. Окей. С хлебом с солью. Двойка. Так, ну зато, может, я плюшек наберу всяких. Дом. Выберите чего? Что сделать с домом? Купить? У тебя дома нету. Так стой, у вас не было. У нас а у меня уже в престарелых. А я буду в своем доме. А вы как псы. О, выбирай, чего. Так, роскошная квартира. О, вигвам, Юль, по-любому. Цена продажи. Ну, я вот это выбираю. Я буду жить в своей квартире. Ха! Крути дальше. А мы будем фиговать. Не все так а плохо. А мы, Лёх, с тобой. В доме престарелых. Да. Ты... А если бы мы квартиру купили, мы бы не остались в доме престарелых? А я откуда нет. знаю? Я думаю, что нет. Судебный иск. Вот. Получите 20к от игрока. Возвращай. У Лёхи много было. Вот, Миш, чтобы у тебя было ровное число. Ну ты бомжар. Это вы бомжар. Ты посмотри. Вас все бросили. Почему? Мы с детьми там. Они там тоже стареют. Стареют. Блин, ну и судьба у них. Ура! Так, больше двух, наконец-то. Ура! У тебя так, какой бегу, путь? Бегу, давайте. Да жизнь, конечно, пойду. Попроще, да. Да, безопасный. Это долгий. Mm-hmm. Да все. Долгий все, мучительный. Крути. Потому да. что аннулировалось. А вы тоже будете крутить? Мы о, уже отлично, ничего не... бонус, Юль. Да, Лёх, за что? Вот в 20к, у Лёхи теперь тоже не ровно это число. Ты мне отчисление в дом миллионеров. Так. Сделать всем комплимент. Давай, Юль, лучший человек в округе. Давай. Это я. Жди тогда. И скромный. Тоже я. Комплимент с вас, Юля. О, все отлично. Да, комплимент. Да, кстати. Ну вы не такие противные. Как я, да? Да, отлично. Мне нравится этот комплимент. Как кажется. Так, у Юли снова зарплата. Деньга, давайте, отлично. Уже не Лёха сейчас уже спать ляжет. Получите 70к, так. Неплохо, давайте. Неплохо. Так. Угу. Заплатишь 70к. Получите, когда выпадет черный. А почему вот здесь написано, везде да получите? Зажми, давай, здесь перевод неправильный. Это все подстава. А, Лёх, крути. Каждый а это зелёный-то. Ну, типа, все должны поучаствовать здесь. С исками, смотри, как. Это чтобы мы не уснули. Так, Лёх тоже заплатил. И я... Тоже заплатишь. Получу. Почему? Потому что не на красную выпал. А. И Юля, давай. Как интересно, вот с этого момента игра мне начинает нравиться. Да, конечно, еще один дом. Продать, купить. Продолжить, нет, продолжить. То есть, по сути, зря... выпало. Ага. Да. Ну давай дальше крути. Да. Удиви нас. Фух. Это хорошо. Я уж сам. А, все, наконец-то. Да. А, ну сейчас еще Юль нам доберет.
Так, и по сути Лёха перегонит. А, не, догонит. Так. Близко. Близко. Ну что, выбирай. Эй, выберите дом прис... Вы, на... Всё. Вы чё? Всё, давай. Все. Я чё хочу... бы Юль не вышла? Так, ну, нет, черепаха, считаю, стоп. Что? Смотрим теперь результат. Погоди, что-то должны ждут сказать в конце. Должны. Кто-то же выиграть должен, правильно? Я. Там все сочтется. Я был, правда. Итак. Получите бонус от чего? Лёхе 300... Сейчас... мои деньги, мои деньги. 400. Бонус 400 от чего? Бонус к пенсии. Это к пенсии. Это к пенсии. Мне только 300. А мне сколько? Юль, тебе одну купюру. 200. За что? Стоп, погоди. Сейчас еще должны быть какие-то бонусы. Продать ваши дома. Нет, вот Юля может. Есть. Продать. Прикольно. Продать ваши дома. Ты что, вращение? Типа, ну, черное 300 получишь. Блин, у тебя если черный, то, блин, ты продала дешевле, чем купила. Ну ладно. Но тем временем... Так, получаешь 200. Аванец. Чё ж тебе? Так. Так. Наличные в карточка. Фига, у Юли карточка. Или это чьи Лёхи летят? А и у меня летят. Чё ты не понимаешь? Ну, с Лёхи снимает. Итак, Лёха получает тем самым 400. А, Юль, я твои карты, походу. Погоди, нет, 400 снял. Плюс 900 получил. Теперь я в карточках. Раз, два. Я сейчас... ничего не понимаю. Ну это просто середина вылетает, а так у тебя отбираю у Лёхи. То есть у Лёхи больше всего желтых карточек, как я понимаю. Хотя сейчас посмотрим, может он третье место. Да. О, нет, да. Я на 200 больше, чем у Лёхи. Я ничего не понимаю. Да сейчас просто, теперь к самому первому иду. Да. На сколько ты наступал на желтых? Ты из своих единиц? Сейчас знаешь, сколько, наверное, тут нахапал? Набьёшь. Заколебемся. Да, считать. Я уснёшь. Трындец. Побыстрее. Не, Лёх, всё рано. Всё. Итак. Полтора. 1700. 1 700 000. Как поднять бабло? Слушай, ну Юля очень много подняла. Так. Видали? Тише едешь дальше. Получите детское пособие. Лёха за детей. О, у меня много детей. У меня тоже один спинандрит был. А у меня три. Знаешь, сколько сейчас получу-то? О, Миша, у тебя были? 150. У меня не было. Я без детей обошел. Да. Ты получишь 50 рублей. Ну, на самом деле, за детей немного пособий. Да, так всегда. Погасить кредиты. Нет кредитов, нет кредитов. Да. Итак, Юль на первом месте. О, это из-за желтых карточек. Вот так. Ну вот, Юль, видишь, как все бывает в конце. Поздравляем. Спасибо. Я чувствую себя царицей. А вы унижены и оскорблены. Ладно, короче, ребята, если хотите... Это поймут только те, которые... Ну, учили. Что-нибудь. В общем, учеба, как видите, привела к победе. В итоге. В итоге. Так что мы учитесь, это ребята. И хотели показать всю игру. Конечно, да. Еще скажите, все так было задумано. Ладно, короче. Но гнобят и чмырят. Может быть, когда-нибудь еще с вебочкой, но это мы очень сильно подумаем. Еще есть другие интересные игры. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока. Всем пока.